Доброе время суток, с вами Лилия Донскова. И сейчас я сделаю обзор по распродаже, который начнется уже завтра, 22 сентября в 10 утра и закончится 28 сентября в 22 часа по московскому времени. И сразу обратите внимание на акцию этой распродажи. Если вы покупаете любой продукт из этой распродажи, получаете возможность приобрести зонт кошки, потрясающий, стильный, красивый, весь в кошках таких ярких, разноцветных. Помимо того, что он красивый, он еще очень удобный, комфортный и маленький, он поместится в любой сумочке. И вы его можете приобрести всего за 249 рублей. Согласитесь, цена для зонтика – это просто нереальная цена. Вы можете взять их сколько угодно, то есть сколько у вас продуктов будет с распродажи, столько же и зонтиков. Итак, поехали, посмотрим, что же здесь интересного можно взять. Шапочка для душа рекомендую. Это не просто целлофанчик, это очень классная ткань непромокаемая, которая скроет огромное количество локонов, защитит вашу прическу, когда вы захотите вдруг принять душ. А далее, бижутерия, ее много, она красивая. Ну, конечно, да, на любителя. Могу сказать, что вот этот камень, он невероятно красивый в деле. Конечно, картинка не передает всю красоту этих украшений. Могу только сказать, что они долго служит. То есть вот это покрытие, оно не мутнеет, не тускнеет, да, не, как бы, если при правильной эксплуатации, если вы в них не будете купаться, то прослужит вам долго-долго-долго. Очень красивый, классный набор. И по классным ценам. Далее, мне здесь очень нравится вот это вот украшение для обуви. Вы знаете, вот эти цепочки с кристаллами, с черными. То есть это все так здорово сделано. Вы можете одеть любые туфельки, какие-то там лодочки невзрачные. И сверху вот это украшение на ножку, на щиколотку, оно как бы свисает тут все или на пяточку, или сбоку на туфельку вы передвигаете, как вам больше нравится. И сразу просто это становятся такие туфельки вечерние, праздничные. Просто от ножки невозможно оторвать взгляды, насколько это оригинально выглядит. Классно просто. Так, далее. Мне очень нравятся вот эти серьги. Это коллекционные серьги Шиа. Дизайнерские, вы знаете, очень красивые, такие темно-синие, такая глубокий-глубокий синий цвет кристаллы вот на этих бумерангах. И одна жемчужина, можно комбинировать, одевать на одно ушко такую серьгу, на это такую. Если у вас две дырочки в ушке проколоты, то значит вы можете одеть в одно ушко такую-такую сережку, в другую такую, на ваше усмотрение. Так, далее, на что я хочу обратить внимание, это потрясающая вечерняя сумочка Клатч, особый вечер. У нее прекрасный такой дизайн, то есть это такое что-то из старины, от бабушек, это такое все вообще классно, ее приятно брать в руки. Застежка поцелуйчик, который так чмокает, да, в тот момент, когда вы закрываете или открываете. Прекрасное кружево, которое натянуто на золотую основу самого клатча. Он не мягкий, то есть он держит четкую форму, очень красивую. И на золотой цепочке, которую вы можете или убрать совсем и носить его в руках, или повесить на плечо. Шикарная вещь, то есть особенный такой клатч для особенного вечера. Далее, что здесь еще мне нравится? Да, волшебная сумка Бьянка. Вы знаете, это деловая сумка, она не кошелка, она не слишком маленькая, она достаточно вместительная, в нее поместится планшет, нетбук, какие-то документы, каталоги. Она очень оригинальная, у нее очень мягкая кожа, она так выглядит дорого, вот дорого. Когда смотришь на эту сумку, когда я в каталоге увидела, я как-то не придала значения. Но когда ко мне пришла наша консультант с этой сумкой, я ахнула просто, я говорю, это невероятно. Она лучше, чем в каталоге, чем на картинке в миллион раз. Классная следующая коллекция таких оранжевых сочных оттенков, очки. Тоже прикольные. Очень мне нравятся такие тапки-валеночки. Выглядят как натуральные, на самом деле искусственные. Очень теплые, уютные, мягенькие. Просто прелесть. Далее, мне очень нравятся вот эти носочки. Мы брали в прошлом году с доченькой такие носки. Я ей дарила себе. Ой, это просто восторг. Просто. Они такие клевые. В магазине мы точно такие же видели. У меня дочка выпрашивала. Но я-то уже знала, что они выйдут. Они стоили 700 рублей. 700. Здесь они 349. Учитывайте, что в распродаже вы еще также отнимаете вот от этих цен красных, уже со скидкой, еще отнимаете 20%. Посчитайте, эти носки выйдут примерно 250 рублей, да, где-то порядка такой суммы.
Пижамка, да, Love Potion, это коллекция просто невероятной красоты. Сразу вам скажу такую вещь, то есть здесь шортики совпадают размер в размер, а маечку лучше брать на размер вашего больше. То есть если у вас S-ка, маечку берите M-ку, шортики S-ку. Если у вас M-ка, то возьмите шортики M-ку, маечку S-ку. Почему? Сейчас объясню. Сверху здесь вот лиф отделяет от нижнего полотна резиночка. И если вы возьмете свой размер в размер, то стянет. Вам будет туговато дышать, спать будет некомфортно. Поэтому, да, обратите на это внимание. А шортики просто великолепные. Больше не надо. А, роскошная коллекция бальзамчиков для губ. Мои любимчики. Обожаю. У меня клубничный, а у дочки все три. Она их просто обожает. Классно пахнут. Такое чувство, я когда клубнику наношу на губы, как будто бы я просто клубнику взяла и нанесла на губы. Натуральные такие ароматы. Не эссенция какая-то там, да, дешевая. Это просто действительно что-то бесподобное. При этом они классно смягчают губки. И такие красивые дают оттенки все. Следующая сенсация – это набор для коррекции бровей. Вы знаете, вот если у вас до этого были для бровей там карандаши какие-то, тени, туши, гели, выкиньте все и купите себе один набор, и вы влюбитесь, вы покоритесь этому набору, потому что он просто необыкновенный. Посмотрите, у него есть такой нижний тайничок, где прячутся две кисточки, такой поддончик выдвигается, одна кисть для теней, то есть два оттенка, темный и посветлее для того, чтобы подкрасить брови. Третий – это не тени, это воск, чтобы закрепить их и сделать брови ухоженные и более блестящие. Поэтому берите, тем более по такой цене, просто это надо обеспечить всю страну, всех женщин мира этими наборами, потому что я видела подобные наборы. В интернете мы находили подборку разных вариантов, разных фирм. Самые-самые-самые дешевенькие, которые мы там нашли, стоили 3499. Это было вообще круто. Вот представьте, здесь подрисовать еще девяточку. Ребят, ну это, конечно, да, слишком, слишком уж роскошно. А, далее, кремики здесь классные. Вот, обратите внимание, дезодорант, спрей для ног. Против натирания. Вот именно против натирания. Конечно же, он более актуален в начале лета, когда мы выползаем из уютных сапожек и переходим в туфельки и в босоножки, да, и натираем себе разные места на лапках. Вот. Эта штучка, да, спасение, просто спасение. По крайней мере, я забыла, что такое мозоли, там, пластыри, такая фигня у нас дома уже не держится. А, прикольные тени-трансформеры. Они не съезжают, такие прекрасная основа под тени. А пробовали мы стойкую матирующую основу, но вот реально могу сказать, что для обладателей жирной кожи это выход из положения, просто выход. Шикарные помады «Золотой соблазн» серии Giordani Gold. Это самая красивая упаковка помады, которую я когда-либо видела. Это самая вкусная помада, она мягкая, она так лежит на губах, она такие дает, знаете, может быть, не слишком плотная, да, ее видно, что вот она дает оттенки такие какие-то полупрозрачные, такие нежные, невероятно классные. У меня есть вот такая вот помада, по-моему, да, оттенок. Нет, у меня мистический. Нет, подождите, вот такой у меня кофейный, чарующий кофейный. Класс. Самое главное, что упаковка не царапается, не тускнеет. Вот сколько у вас помады это, да, валяется в косметичке, вы используете, может, кто-то за полгода, кто-то за год, за два. Она не испортится, да, будет такой же всегда, каждый раз вы будете доставать, и у нее такой же великолепный блеск, просто роскошь. Подберите себе цвета классные, можно что-то выбрать. Далее, особенно летом пользовались популярностью два вот этих спрея. Особенно Miss Happy, вот этот оранжевый, да, он, по названию уже понятно, что это счастье, да, радость, позитив, что-то такое цитрусовое. Релакс, это что-то лавандовое, такое успокаивающее, умиротворяющее, классно. Основа, да, база под макияж. Если вы не знаете, что это такое, то обязательно познакомьтесь с этой штучкой. Я уверена, что вы захотите, чтобы она далее была всегда при вас. Что такое база? Вы ее наносите до тональной основы. Небольшое количество распределяете по всей коже лица, даете прямо пару минут питаться, и уже сразу на этом этапе видно, как меняется кожа. То есть она становится матовая, поры стягиваются, да, и как будто бы она такая дорогая, холеная, ухоженная.
такой вид. Сверху вы наносите тональную основу, и благодаря вот этой вот базе весь макияж в течение дня держится гораздо дольше, эффектно выглядит, не съезжает ни в жару, ни там морозы. То есть все очень стойко переносится. Классно. Так, о чем еще хочу рассказать? Вот эти два бальзама для губ, кокос и арбуз. В чем их прикол? Они как будто, да, смяты с ментолом. То есть их наносишь на губы, и они такие холодненькие-холодненькие становятся. Прямо как будто вообще такой вау, просто айс действительно какой-то. Так, что еще прикольное? Понравился мне такой подтягивающий лосьончик. Даже дважды его брала. Очень классный эффект, просто обалденный. Пользуется популярностью эта витаминная коллекция, витаминный уход. Я не знаю почему, честно, сама не пробовала, но у меня очень много их заказывают и хвалят. И главное, есть повторные заказы. По ароматике, что я хочу сказать? Ну, вот два женских аромата, сирень и вишневый сад. Вот так, да, сиреневый сад, вишневый сад. Вот просто реально такое ощущение, что вы зашли в сад, где цветет сирень. Просто настолько вот четкий, классный аромат сирени, непередаваемый, да, такой правильный, натуральный. И вот это цветение вишни, он тоже очень классный, он более, конечно, такой легкий девичий. Я вот дочке такой подарила. А сирень, это, мне кажется, это классика, которую любили, любят и будут любить всегда. Так, у нас здесь еще мужская коллекция. Кстати, обратите внимание на мужской парфюм «Архитект». Я рекомендую, конечно, сначала в пробнике его заценить, потому что он не похож ни на что. Просто ни на что. Очень интересно, очень оригинально. У него дизайнерский флакон. Тоже у него такая история там создание просто классное. Ну, необычный аромат. Честно, ни с одним не спутаете. Далее, по поводу сыворотки концентрат. Да, здесь есть крем-флюид, выравнивающий тон кожи, а есть сыворотка. Я рекомендую, конечно, брать сыворотку, потому что я ее сама опробовала. Защита и осветление. Если у вас какие-то пигменты появились после лета, может, перезагорали, что-то вылезло на лице, и хочется от этого избавиться, возьмите вот эту штуку. Да, прям 5 с плюсом. Избавляет от пятен, на себе проверила. Очень круто, быстро, эффективно. Главное, делать регулярно, просто каждый день делать это утром и вечером, и дополнить свой рацион ухода за кожей обязательно скрабом, чтобы поэкстремальнее удалять мертвые клеточки, чтобы ему легче было осветлять кожу. Все это вы очень быстро избавитесь от пятен. И завершает нашу распродажу серия «Эластичность плюс». Это на ночь, день и для век. Особенно люблю вот это для век крем. Это примерно 35-40 и так далее, да, по нарастающей. Опять же, по состоянию кожи. Если хотите прям кожу восстановить, может быть, летом она у вас пересохла, много загорали, видите, что кожа потеряла влажности, ей не хватает, она как будто бы, знаете, кричит: дайте мне попить, дайте воды, верните мне мою эластичность. Возьмите, супер, просто роскошная коллекция, тем более за такие копейки получить себе вот, да, на 4-5 месяцев такую роскошную поддержку для кожи просто невероятно. Ну вот на этом и все, наш обзор закончен. Выбирайте все, балуйте себя, помните, что у вас дополнительная скидка 20%. Помните, что у вас еще есть зонтик. Вы можете их взять столько, сколько хотите. И балуйте себя с удовольствием. Любите себя, своих близких. Отправьте им эту ссылку, чтобы они все могли себя побаловать продуктами из распродажи. И вам хорошо, и людям тоже. С вами была Лилия Донскова. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч в различных видеообзорах. Пока-пока!